Нет, ты что, в соло Флорис пошла? Блин, написал бы хотя бы. Что делаем? Сейчас встретим. Ну, экзотрик уже прошел с Олена. Неплохо. Но это не... Ну, не написано, не что соло Флорис есть.
А, ну давай вдвоем пока чё. Чё-то не узнал народу, да? Да все уже разбились ещё. Какие-то модификаторы даже есть. Так, а как тут лучше прыгать хантом, потому что варлоком и титаном. А туда же, а потом на ветку сразу же пол оттуда можно. Он дал ветка. Ветка. Допустим. Да ладно. Да, тут понял. Спокойно. Да, ветка тут как-то беспаленная ветка. Случайно нашел. А, тут сразу второй босс есть. Не? Угу. Наверное, пусть постепенно появляются. Thank you.
Минус один. А, тут тупик. Вечно забываю. Там была, по-моему, ведьмичка, да? Да, сейчас. Ой, тут еще один босс. Ну да, постепенно. А, это этот. Что, плюется, блин? А я сейчас стороны перепутал. Хватит его сейвить там, мобы. Где он? Он что, упал, что ли, или мы убили? Портнулся он. Ты уже сносишь половину, потом он портается куда-то. Не, просто он мне показался, типа, упал. Как-то, ну, куда-то вниз. Странно. Так, тут вроде наверх. О, нашел одну наверх. И я-то нашел одну. Вот сюда. Иди туда, тогда сюда. Угу. У меня берлога Ульдрана. У меня ведьма. У меня этот хрен, кстати. Бьющийся. И ведьма была, и хрен. Они что, в одно место сходятся? Да не должны, вроде по разных комнатах должны быть. Ну вот ведьму я убил. А, обычно они это пишут, ведьма. Понял, что? Не дурак. Ну, почти. Да кто опять тыкает-то?
Суперсура нормальная, нет? Еще раз. Цепляйся. Так вы закатали? Мы просто мечты фармим на трех персах уже. Тебе каталик за первое прохождение дают. Так, где эта штука-то? Я на ней умер, и меня телепортнуло куда-то сюда. Теперь я не помню, где оно. У меня бегу. Да, надо, не надо, я убил. No. Так, бегу. Так, где ты? Цепляешься, не? Спора. Шкура, цепляешься или нет?
Так, а кому присоединяться можно? Ты сам? Тут должно портнуть. Что там за моб-то 1000 IQ? Цель у него снайперки, он падает вниз. Пытается зил добить, он портится обратно. Надо. Щиты ставят. Ну что, интеллект добавили, Малан? Ну, я понимаю, нет, но этот никого не хочет обижать, но вот тут у мобов почему-то интеллекта больше, чем у некоторых рандомов в активностях. Согласен. Ребят, а? Спасибо. Семь. 68. Странно. Не просто. Вот у нас 78. Просто триумф, и типа найдите все перья за неделю. За неделю. Типа каждую неделю они появляются, что ли, будут? Типа странно. Ну, не знаю. Но есть проблема, если мы сейчас на эту неделю не найдем, триумф профукан. Во-во-во. Но может быть опять сломаны, как и с хакунами. И вот непонятно, что делать. Там, оказывается, можно сразу наверх, кстати, прыгать. Да. О май гад.
хантом такое себе прыжки на самом деле. Хантом нормально. Не знаю, это сильно нормально. Я не фанат хантов, вот именно их не прыжки. Митл он соло класту уже идет. Нет, я сейчас вижу твой стрим. Не жестко свет тут, конечно, имба. Может, для него и специально сделали этот данж. Я думал, про него вообще забыли. Ну да. Тут так, я хочу посмотреть кое-что. Вообще там сбоку проход есть, и туда выход куда надо. Там сразу? Угу. Ну, только что тимы были, да? Ты за это? Да. Тут вот просто мобы, я думаю, что где-то перо валяется еще. Просто глупо эту локацию делать, когда сбоку дырка есть. Это ж... Может, баржа. Туда куда-то надо просто сходить еще? Так. А, это самое начало. Хм. Так, я назад возвращаю тогда, или нет? Нам же направо, да? Угу. Ага. Надо было ботинки надевать. Стой, Ульт, а ты был наверху здесь? Вот там, где вот эта металлическая конструкция? Да, был. Нет, ничего там. Так. Mm-mm. Под ней есть, рядом. А, под ней, да. Ну, под ней ты забирал. Ну, видишь, тут куча ответвлений, которые перекрыты тупо. Тут, да, тут просто еще в текстурках какая-то фигня. А, тупик, ладно. Супер, забери тут, хрень. Так, вообще, куда что-то вчера заблудился. Черт, я застрял. А нет, всё норм.
хера. Аккуратно, там. Так, что там сразу онины, да? Угу. Один есть, правый. Мы бы сожрали все-таки. Сейчас. Был переодеться. Левый ушел. Их же только двое, да? Угу. Ну тогда обоих нету. Да, схема рабочая. Второй убит. Значит, надо третьих добивать. А чё он фулл хп? Чё-то залагало, походу.
Ролл, конечно, так все. Семьдесят восемь. И это на трех персонажей. Нам же за второй, кстати, проход не давали со второго сундука ничего, верно? А с третьего, ну в смысле, а со второго вот этого последнего? Нет, вообще ничего не давали. То есть нам получается еще найти что, 22 этих деревьев, что ли? Там, кстати, нашли уже баг. Как этот или не починили ничего. Нашли имею в виду в СГК. Ну, на спрыжку кататься. Ну, теперь уже так просто не пройдешь первый этап, так? Ну, флоулис не пройдешь, там умереть надо. В смысле, на первом этапе надо умереть? Угу. И как ее пройти? Идешь, получаешь дебаф. Потом умираешь. Вон это, короче, в чате есть видео целое. Все? Ну, мы на трех часах это сделали. Сейчас надо посмотреть, где еще эти штуки.
что-то нет, пока видел, где сеть лежит. Сам квест в течение нескольких недель собираете, вот этот, который мы собираем. А триумф в течение одной. Ну вот, на триумфе типа указано, что соберите все перья. Что-то я логики не ловлю. За одну неделю найдите все перья света. Задание посланник. Смотрю видео эзотерика, он, короче, первый этап. Ну, в общем, банжи ничего не поменяли, в принципе. Все так же можно проехать. Так, ладно, надо соло попробовать. Пройти это все. Так, ладно, туда. Я пока вот иду. Ладно, спасибо за пати, Оль. Спасибо. Спасибо.